Часть работников Петрозаводской больницы скорой медицинской помощи в открытом письме выразили категорическое несогласие с коллегами, призывающими к так называемой итальянской забастовке. В документе говорится, подобные действия дестабилизируют работу лечебных учреждений, сея панику у населения. Мы хотим эффективно исполнять свои обязанности, занимаясь любимым делом, несмотря на трудности, которые есть. Возможность получения квалифицированной медицинской помощи закреплена Конституцией Российской Федерации, и несмотря на все попытки саботировать эффективную работу нашего учреждения, мы хотим уверить жителей Петрозаводска и близлежащих районов, что необходимая медицинская помощь будет оказана в полном объеме. Напомним, что вчера на пресс-конференции в БСМП участники рабочей группы, созданной Минздравом Республики, также заверили, что, несмотря на существующие на станции проблемы, которые предстоит решить в самое ближайшее время, вся необходимая медицинская помощь будет оказываться в полном объеме.